Много чего интересного можно найти в интернете. Например, демо. Не группу демо и не демку игры, а демонстрацию мастерства программиста. Раз в год проходит мировой конкурс, так называемая демо-сцена, где профессионалы показывают свое умение уместить как можно больше в удивительно малые объемы. Так, например, все, что вы видите, включая музыку, занимает всего 63 килобайта. Вдумайтесь, всего 63 килобайта. И это 11 минут, 7 разных локаций и музыка. Как авторы ухитрились это сделать, совершенно непонятно. Но пути для оптимизации есть точно.